Ешьте бананы. Бананы это серотонин. Серотонин это хорошее настроение. Трусики. Проход в трусики. Нас впереди ждет 60 километров, 14 часов просто нереальной красоты. Пятеро. А я нашел пацан. Вот такие грибы мучают. Знаешь, что я тебе скажу? Если б мишки были пчелами, то они бы сюда бы не полезли. Нововерлы, 18 километров. Петрос покорен. Петрос. Это жестко. Это тупо. Я хочу домой в кроватку, в теплую. Все. Пушка-ракета. Пьем чаечек. Какими судьбами? После такого подъема отправляются грузовички. Ой. Я знаю, это Наташа. Наташ, как дела? Пиздец. Наташа под номером 13, Сергей. Бывает. Это не Пашка сейчас? Гаверла. 8,5 километров. Половина пути уже за спиной. 10 километров за спиной. Я тебе говорю, это был. Сурня. Как у тебя дела? Ой, ты мой хорошенький, красавчик, на рассвете тут, да? Солнышко восходит, бля, какая красота. Сурня с нами. И луна. Романтика. Последний рывочек. Как на вот эту гору подняться? Просто жесть. Бог помощь. Бог помощь. Бог помощь. Бог помощь. Красота.